Всем приветик, дорогие друзья, с вами Собака ТВ. Сегодня я хочу сделать обзор вот таких вот смешных самодельных фигурок. Ну что ж, поехали. Ну, в общем, давайте поехали. Первый у нас Вьетнам. Вот такой у нас смайлик-вьетнамец. Все это я делаю на пластилине. Ну, такой вот у нас смайличек, в принципе. Ну, давайте поехали дальше. Да уж, ему не позавидуешь. Тащит такой тяжелый бумажный рюкзак. Ну, в общем, такой у нас смайлик. У него тут пот выступает, и он несет рюкзак, который я приклеил клеем. Так, у него руки изображены. Шарики уж лучше не изобразишь. Так, со всех сторон он выглядит. Вот так. Рюкзачок у него, правда, вообще легкий. Я бы его легко донес. Поехали дальше. Йо-хо-хо. Это у нас тут такой смайлик-пират. Правда, я не рассчитал размеры треуголки. Ну, неважно. Вот так. Стоит, кстати, все стоят на пластилиновой платформочке. Это я приклеил клеем. Все остальные фигурки, в принципе, будут... На пластилине. Крюк. Прошу заметить. Рот, усы. Покатились на лыжах. По нему видно, что эксперимент не удался. Как же все-таки ему страшно. Муха-ха-ха-ха, это же Дракула. С вами был Собак ТВ и такие самодельные фигурки. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Дракула у нас кататься любит.